Тема моя сегодня будет «Почтите Его», то есть Бога. Но я буду говорить о принципах построения взаимоотношений между Богом и человеком. Какими принципами руководствуется Бог? И вообще буду говорить о взаимоотношениях, потому что это очень важный аспект нашей христианской жизни. Вообще, чтобы жизнь наша нормально строилась, надо, чтобы мы свою жизнь подчиняли дисциплине. Учимся мы, работаем, просто занимаемся по дому. У нас должна быть дисциплина. Не то, что хочу я, а то, что надо, я делаю. И второй момент – это приоритеты. Правильные приоритеты в жизни. Кто знаком с этим словом или что-нибудь слышал об этом, тот знает, и я думаю, что вы это знаете, что если мы говорим о приоритетах в нашей жизни, то на первом месте должен быть кто? Кто? Бог. На первом месте Бог и мои взаимоотношения с Ним. Настолько это важно, я вам приведу просто еще один пример, чтобы вы поняли важность вот этого первостепенного приоритета. Если у вас, например, по дому взаимоотношения нарушены, может быть, это семья, может быть, это просто муж и жена. Как вы представляете вашу жизнь в таком состоянии? Она вам не в радость, правда или нет? Где нет нормальных взаимоотношений, там муж будет пропадать на работе, может быть, потому что там он себя лучше чувствует, нежели дома. Но вот есть такая обстановка, что нету нормальных взаимоотношений. Жизнь этого человека, она не в радость. А когда они нормальные, то тогда жизнь идет совершенно по-другому. Это относится только к маленькому дому или к семье. Но если отнести это к вечному Богу, если вы говорите, что это приоритет номер один, то как вам кажется, если там нету нормальных взаимоотношений, это как-то отражается на вашей жизни или нет? Вы согласны, что да, и причем серьезно? Если в маленьком родстве нету нормальных отношений, и то это отражается на быт, на работу, на отношения, на жизнь, на здоровье, на все. Но если с Богом приоритет номер один – нет нормальных взаимоотношений, безусловно, жизнь этого человека ему в первую очередь не в радость. И другим она не приносит утешения или радости. Поэтому какие же Божьи принципы в построении взаимоотношений между человеком и Богом? Я буду читать, вы можете читать вместе со мной, только в основном Бытие и 4 главу. Отчасти уже сейчас вспомнили о тех личностях, о которых я буду читать. Кто знаком с Писанием, он уже знает, что я буду читать. Итак, первый стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Очень кратко, но понятно. Дальше написано, «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель... И Авель также принес от первородных стада свое и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лице твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Очень знакомое Слово Божье, но здесь именно на примере Авеля и Каина мы можем увидеть вот этот момент, как Бог или какие Божьи принципы в построении взаимоотношений между человеком и Богом. Первое, на что я хочу обратить внимание, что написано, «И был Каин пастыровец, а Каин земледелец». Вроде бы простая информация, но уже от начала рождения их,
в Божьем плане было положено, что один будет заниматься земледелием, а другой будет пастухом овец. И я верю, что это относится не только к ним, но относится к каждому из вас. У Бога был и есть план на вашу жизнь. Есть определенные ожидания. И Бог не случайно жизнь дал каждому из вас. И Бог не только дал вам эту жизнь, но Он заботится и дарует вам необходимое в жизни и ожидает, что Бог от нас? Доброго плода. Ожидает хороших результатов. Вопрос возникает, не подводим ли мы Бога? Вообще, доволен ли Он теми плодами, которые мы Ему приносим? Как на мое служение, на наше служение смотрит Бог? Это очень серьезный вопрос. Итак, Бог дал жизнь, так или нет? Бог дал необходимое для жизни. Бог дал нам какие-то таланты и ожидает, как мы будем реализовывать их, какой мы плод принесем для Царства Божия. Хотелось бы, чтобы надежды Божьи относительно нас оправдались. Но жизнь продолжается. И смотрите, что дальше написано, еще раз про некоторые стихи повторяю. «И презрел Господь на Авеля, и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его». Возникает очень серьезный вопрос, почему Бог одну жертву принимает, а другую не принимает? Никто из вас, я думаю, не пожелал бы услышать: «Я твоего дара не принимаю». Правда, думать об этом даже ужасно. Но почему Бог одних принимает, а других не принимает? «Да будет молитва моя пред тобой благоуханием и жертвой вечерней, которую принимаешь ты». Я говорю своими словами. Вы пришли, мы пришли Богу поклониться. Мы что-то принесли и желаем, чтобы это было принято Богом. Потому что наша цель – Его прославить, послужить для Него. Но Бог видит наши желания, и Он дает свою оценку. Представьте себе вот такое положение. Вы вложили какие-то деньги и купили прекрасный подарок. И принесли кому-то, какому-то знакомому, а он ваш дар не принял. Ваше состояние, правда, ужасное. Тот, кому вы это принесли, он этого не заслужил, возможно. Вы пожертвовали многим, вы сделали это от души. Он говорит: я в этом не нуждаюсь, я не хочу. Ваши чувства будут ужасными. Но что-то подобное по отношению к Богу мы можем видеть. Мы приходим к Богу. Знаете, одно дело, когда мы ничего не принесли. Поэтому и ожиданий у нас не так много. Но так, пришли с пустыми руками, ничего не принесли. Что дали, то хорошо, а не дали, да ладно. Но мы приносим, мы приходим, и мы говорим: «Господи, вечернюю жертву, вечернюю жертву, Господи, мою личную жертву, пожалуйста, прими». Так мы молимся. Я не знаю, как вы молились, коротко или долго, сердечно, искренне, не знаю. Но наше желание или та цель, почему мы приходим, чтобы Бог принял наше поклонение, наше служение, нашу жертву. И Бог не против. Но почему-то так случается, что иногда Он не принимает какие-то жертвы. Если уже идет речь о жертве, то человек уже чем-то пожертвовал. То есть за этим стоит определенная цена. Боже, почему же ты не принимаешь? Ведь человек пришел не с пустыми руками, не просто так. Он ведь что-то принес. Но Библия говорит: и Бог презрел или принял жертву Авеля, а Каина не принял. Каин здесь что-то понял и сильно огорчился. Может быть, он понимал, коль это так, коль Бог его жертву принимает, то
то меня, наверное, отверг. Меня Бог не слышит. Но нет. У Бога было благословение и для других, и всегда есть. Но часто вот это непринятие жертвы, оно связано с состоянием сердца. Состоянием нашего сердца. Вы, может быть, слышали толкования, которые говорят о том, что они разные жертвы принесли, и о том, какая правильная жертва. Но послушайте, что говорит Библия. «И презрел Бог на Авеля и на жертву его». Сначала он презрел на Авеля, а потом уже на тот, что Авель принес. То есть Богу не безразлично то, кто пришел, с каким состоянием наше сердце, когда мы являемся пред лице Божьим. В Библии написано 1 Царств, 2 глава, 30 стих. «Ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». То есть до этого момента как бы было все по-другому. А здесь Бог как бы ставит черту и говорит, будет именно так. Кто почитает меня, я тех прославлю. А кто не почитает, не прославляет меня, они будут в постыжении, в посрамлении. Именно в этом вся суть дела, мое отношение к Нему. Мы хотим Богу представить дело, а Бог смотрит на состояние сердца. Люди обращают на какие-то физические моменты или вещи внимание, а Бог на наше отношение к Нему. И если наше отношение правильное, значит, мы будем приняты и благословенны Богом. Все, что мы делаем пред Богом, например, молимся, вы молитесь, поститесь, совершайте какие-то труды, служения. Все это мы делаем с той целью, чтобы выразить Богу нашу любовь к Нему. Мы это делаем, потому что любим. Не потому, что пытаемся что-то заслужить, а потому, что не можем иначе. Он сделал многое для меня, и я хочу послужить Ему через служение другим людям. Бога совершенно не интересуют наши слова. Он смотрит в суть проблемы и дела. Он смотрит прямо в сердце. Иногда слов бывает очень много, а сути очень мало. Поэтому Бог желает, чтобы я правильно относился к Нему, любя Бога и любя ближних. И когда кто почитает Бога, правильно, того почитает и Бог. А если есть его почтение, значит, ты во внимании. Твои взаимоотношения с ним настроены правильно. Бога невозможно обмануть, вы согласны со мной? Человека можно, но Бога невозможно ввести в заблуждение, невозможно. И тем более обмануть. Смотрите, Каин и Авель, они послушались Бога. И делали то, что было Богу угодно. Но Бог ожидал от них ничего-то большего. Правильного отношения к Нему. То, что вы пришли в церковь, это ваше послушание. Его воле и Его слову. Они тоже это делали, потому что они были научены. Так. Но когда мы являемся пред лице Божье, мы желаем, чтобы наша жертва была принята Богом. И молитва тоже, да? А это уже зависит от того, как я отношусь к Нему. Все, что делали апостолы на земле, и все, чем они служили, они делали это ради того, чтобы сказать Богу, «Мы Тебя любим, Ты для нас не безразличен». Поэтому они, даже страдая, шли до конца, были верны Богу, потому что не могли поступать иначе. Бог взволновал их сердце, и они были отданы Ему, любили Бога. В Новом Завете Иоанна 12, 26 написано есть так. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный». То есть на этого человека Бог обратит внимание, Он окажет ему почтение, честь.
Он его молитву и жертву будет принимать, потому что этот человек служит мне не с той целью, чтобы что-то заработать, а потому что он полюбил меня всем своим сердцем. Как хочется Бога почтить, посещая каждое собрание, как хочется Бога почтить каждой проповедью и молитвой. Надеюсь, и вам этого хочется, потому что от этого зависит наше будущее. И именно то, что нас вдохновляет и двигает вперед, это не просто служение ради служения, но желание сделать что-то приятное для Бога, просто почтить Его. Как мы можем узнать, принят мой дар или нет? Принята моя жертва или нет? Почитает ли меня Бог при моем отношении к Нему? Да или нет? Это очень серьезные вопросы. И ответы мы можем находить в этом слове, которое я прочитал. Я хочу вам сказать, что если вы в вашей жизни способны огорчаться, способны раздражаться, способны нервничать или носить зло, это говорит о том, что дар ваш не принят Господом. Может быть, это серьезное заявление, но я это нахожу на основании Библии. Если отношения с Богом в порядке, значит, ты никогда не будешь так жить. А если они не в порядке, то это будет свойственно тебе, и ты по-другому жить не сможешь. Я не знаю, как вы согласны со мной, но если вы верите, что Бог – это совершенная любовь, она не только переполняет вас, но эта любовь, она способна покрывать даже совершенно неверное отношение, плохое к вам. Этой любви будет достаточно, потому что в вашей жизни правильно поставлены приоритеты. И благодаря тому, что у вас на первом месте Бог, в вашу жизнь не приходит беспорядок или хаос. Поэтому не так важно, сколько человек посещает церковь, и не имеет значения, какие обстоятельства окружают этого человека. Вы встречаете в течение одного дня множество поводов для огорчения. Но это не значит, что вы должны так жить. У Каина тоже были основания, чтобы жаловаться на Бога и вести себя по отношению к Богу и к Авелю плохо. Казалось бы, на то были основания. А какие? Потому что жертва его не была принята Богом. Это очень серьезная ситуация. И по отношению к Богу, и по отношению к людям. Но тем не менее, я бы хотел, чтобы все это мы взяли себе во внимание. Часто отрицательные эмоции, которые посещают вас, они связаны с тем, что у человека нет нормальных взаимоотношений с живым Богом. Мы ожидаем, что поменяются обстоятельства, а Бог надеется, что поменяется отношение твое к Нему. Бог живой, и Он реален. И вы можете положиться на Слово Божье. Если вы действительно будете строить свою жизнь правильно, вы не будете потеряны, вы не будете расстроены в этой реальной, полной сложностей и испытаний, искушений жизни. Потому что в вашей жизни на первом месте будет Бог. Почему человек раздражается? Потому что в глубине души он чувствует, что что-то в его жизни неправильно. Вы можете обратить внимание, ну ладно, там пожилой человек, уже нервы сдают, говорят. Да молодежь сегодня трудноуправляема в плане нервов. Они почему-то без настроения, они почему-то очень часто вспыльчивы, раздражаются и вообще просят нас не трогайте. Откуда все это? Это говорит о том, что взаимоотношения с Богом не настроены. Я верю тому, что говорит Писание, а Библия моя говорит, что Царство Божие – это мир, праведность и радость во Святом Духе.
И если Царство Божие внутри вас есть, отношения с Богом настроены, то что будет результатом этих взаимоотношений? Праведность и мир и радость во Святом Духе. Какой я нахожу вывод для себя? Какой я хочу урок сказать себе и вам? Если вы чувствуете, что именно вы раздражаетесь больше обычного, по причине и без причины, вы начинаете злиться, вы просто не уравновешены в вашей жизни, вы можете оправдывать свои действия, обвинять других. Но я хочу вам очень искренне и серьезно сказать, причина ваших страданий, потому что нет нормальных взаимоотношений с Ним. Когда будет Он в начале, и когда Он будет переполнять ваше сердце Своим присутствием, тогда любое огорчение, любая обида, которая посетит вас в течение дня, у вас будет силы, чтобы прощать, покрывать и любить. Вы скажете, что же делать нам, что делать мне? Просто оставь всех остальных и уединись с Богом. Иначе остальное, все, что ты будешь делать, это будет бесполезной тратой времени и сил тоже. Но приобретя его, разобравшись в себе и настроив эти взаимоотношения, ты будешь побеждать и жить. Слава Иисусу! Скажите громко, слава Богу! Я возвращаюсь обратно. Если у вас в доме нарушены взаимоотношения, вы знаете, дом, который служит, должен служить вам раем, он бывает адом на земле. А дальше, если это правда, если от этого многое зависит, то если мы будем говорить о большом доме, то в большом доме все, что происходит в нем, оно зависит от главы, имя которому Христос. И когда люди в правильных взаимоотношениях с Богом, тогда они способны правильно строить взаимоотношения с людьми. Тогда они способны и прощать, и любить. Иначе без Бога это делать очень и очень сложно. Я хотел бы, чтобы эта проповедь моя сегодня просто была положена в ваше сердце. Я не говорю пророчество, я просто говорю вам, что просто элементарное раздражение без повода и по поводу сегодня – это серьезная проблема многих христиан. И этот процесс будет усугубляться. Причину я вижу только в одном – нет нормальных взаимоотношений с Богом. Мы поступаем так, как поступал Каин. Он знал, он был научен, что жертву надо приносить, что по четвергам и по воскресеньям надо ходить в церковь, надо время от времени молиться. Но Бог обращал внимание на состояние его сердца. Оно было неправильным пред Богом. Вот обратите внимание, одно, вот этот момент, который я читаю, и вдруг он поднимается и убивает брата. Как вам это не кажется странным или диким? Правда, ужасно? Но я понимаю, что уже до этого момента его сердце было нарушено. Оно было не в правильном состоянии пред Богом. Но он, как говорится, по инерции что-то делал. И наступил момент, когда он своими глазами увидел, что его жертвы не принимает Бог. Можно приносить их очень много, но они не принесут человеку пользы. Потому что вначале не дары или наше служение, а вначале кто? Бог, ради которого мы собраны, во имя которого и кем мы собраны, если Он вначале, если Он краеугольный камень, то все будет изменено в нашей жизни. И поэтому, если сердце наше горит любовью к Нему, переполнено этой любовью, мы будем способны покрывать раздражающие моменты, они будут проходить мимо вас, а ваши жертвы будет принимать кто? Бог.
Приведу вам еще пример. Если между родителями, например, ненормальное взаимоотношение, как вам кажется, дети это почувствуют? Обязательно. Зло надо на ком-то сгонять. Просто вопрос, кто под горячую руку попадает. Поэтому иногда попадает всем. Если у нас ненормальное отношение с Богом, скажите, со стороны люди это чувствуют? Безусловно. Причем не только чувствуют, но и страдают. Бог ожидает от нас искренности и преданности в служении Ему. Итак, путь очень прост. Восстанови взаимоотношения с Богом и с людьми. И тогда жизнь твоя будет лично для тебя в радость. Все поменяет Бог. Но чтобы это было твоим достоянием, начни с первостепенных вопросов. У тебя много вопросов, много проблем, ты не знаешь, как их решить. Я даю тебе путь. И запомните, все проповедники, они дают направление. А успех зависит от идущих. Пойдешь этим путем. Библия говорит, и неопытный, и не заблудится. Ты получишь результат и жизнь. Таким был пред Богом Авель. Он понимал, что взаимоотношения с Богом – это вопрос первостепенной важности. Вопрос номер один. Я не уйду из дому, не помолившись. Я, ложась спать с последних сил, скажу, Господь, держи меня. Я в течение дня буду приближаться к Нему, искать Его. И причина только в том, что я люблю Его. Не потому, что я хочу, чтобы Он был благосклонен, но моя любовь, она не дает мне покоя. Сердце мое горит любовью. Я желаю, чтобы вас всех благословил Бог. Послушайте, у человека есть право, каждый из вас имеет право на то, чтобы огорчаться. Но никто из вас не имеет права носить обиду. Никто. Никто, ни на каком основании. А поэтому, заканчивая, хочу вас спросить, видели ли вы когда-нибудь христиан с поникшим лицом? Видели или нет? Когда я только задал вам этот вопрос, некоторые уже начали улыбаться. Вы знаете, иногда надо начинать от обратного. Я как-то проповедовал о радости. А в зале ни звука. Я еще к этой теме вернусь. Но иногда надо говорить от обратного. И поэтому я сегодня именно об этом говорю. Никто из вас не желает быть похожим на Каина. Потому что мы не друзья и не братья Каину, правда? Нам хочется держаться кого? Авеля. То Авель... Он не только правильную жертву принес, он не был с поникшим лицом. Он был радостен, он был доволен, он побеждал в жизни. Может быть, кто-то из вас еще сомневается в том, что я проповедую, что важно пред Богом. Но я хочу опять вам цитировать Писание. А это Писание, оно действительно как меч, все ставит на свои места. И я хочу вас спросить сейчас, если вы делаете добро, если бы вы делали добро, когда вы делаете добро, как это отражается на вашем лице? Кто знает? Ваше лицо сияет. Оно точно будет сиять. Но если не делаешь, то что происходит? Лицо – это сплошной даун. И в Библии написано, и грех лежит у твоего порога. Вы знаете, когда я говорю о радости, некоторые так, можно на лицах прочитать, какое твое дело до моей радости? И вообще ко мне, какое это имеет, радуюсь я или не радуюсь? Это имеет прямое отношение к тебе. Библия говорит, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лице свое? Это путь, как можно исцелиться от депрессии, от уныния. Просто исцелиться внутри. Лично для себя, для тебя это надо. Но если не делаешь, то не удивляйся, что ты просто поник и совершенно угас. Твои отношения с Богом
неправильны. Твоя жертва не принята не потому, что Бог жесток по отношению к тебе, но потому, что в твоей жизни Бог не является на первом месте. Подмена приоритетов. Как результат, в жизнь приходит хаос, беспорядок, неустройство, раздражение, крик, все что угодно. Но это все, что должно быть чуждо христианству. И как следствие случилось непоправимое, что тот человек, который, кажется, молился Богу, тот человек, который приносил жертвы, поднялся на родного брата и убил его. Если бы мы были там, мы бы кричали в этой ночи: «Пожалуйста, не убивай! Что ты делаешь? Разве это возможно?» И я хочу вам сказать, да, это возможно, когда человек удаляется от Бога. Человек становится неузнаваем без Бога. Человек очень быстро превращается в зверя. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Аллилуйя! И я вам этой жизни от души желаю. О, как мне жаль, что часто мы приходим пред лице Божие, приносим какие-то жертвы, молимся Ему, но нас совершенно не волнует этот вопрос: принята моя жертва Богом или же не принята? И я хочу вам сказать еще раз, если вы в вашей жизни много раздражаетесь, если вы просто гневливы, Бог уже давно вашу жертву не принимал, и как следствие вы лишены покоя, у вас нету равновесия внутри. Но благословен тот, кто находит утешение и покой в Боге. И презрел Бог на Авеля и на жертву его. Сначала приготовь сердце, а потом Бог обратит внимание на твою жертву. На твою жертву. Жертва твоя будет принята, когда она будет исходить от искренного, чистого, посвященного сердца. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой Небесный. Бог желает отдать тебе особые почести. Бог желает тебе уделить особое внимание. Бог готов тебе оказать царские почести. Запомните, что дьявол через трудные обстоятельства твоей жизни, он хочет возвести тебя на крест, как он замышлял в свое время убить Амана и там тебя пригвоздить. Но не это удел христианина. Нет. Не наше призвание сидеть с поникшим лицом и ожидать, когда все придет к концу. Нет. Наш удел – это царские почести. Наше призвание – не пешком идти, а на коня ехать. Наше призвание и наше будущее в Иисусе Христе. Может быть, сегодня дьявол просто обокрал вашу веру. И вы, борясь с искушениями, с трудными обстоятельствами, вы не видите выхода. У вас по-другому не получается, как только нервничать и кричать. И хаос увеличивается. Беспорядок приходит туда, где вы и не ожидали. И если вы хотите восстановления относительно твоей личной жизни, относительно твоего дома, тогда на первом месте да будет в твоей жизни Господь. Только правильные приоритеты – это путь к благословению и порядку.